Всем привет! С вами киноведы в штатском. Я Клим Жуков, его никто не знает, и замечательная Марина Таничева. Привет! Мы уже разобрали несколько фильмов. И вот! Большое вам спасибо, дорогая наша уважаемая публика, куда бы мы без вас. В этот раз я прям очень серьезно напряжен и зол, потому что из-за, даже я не знаю, мною лично необъяснимого шквала писем, постов, запросов, комментариев с просьбой разобрать фильм «Барби», нам придется разбирать фильм «Барби», за что еще раз нижайшая благодарность тем, кто вынудил фактически, потому что я обычно отталкиваюсь, вы, наверное, знаете, от 200 запросов, если вот 200 запросов в короткий промежуток времени, там, недели-две поступает, значит, нужно на кино обратить внимание, тут было больше 600. То есть, в 3 раза перекрыло мой лимит. Пришлось, блин, и я, естественно, подумал, что это фильм про нацистского преступника Клауса Барби. Как в известном фильме «Крысиные бега», где семья хочет свернуть с дороги, посмотреть на музей Барби, а это, оказывается, музей Клауса Барби. Это очень смешно было, когда они особенно бегут на лимузине Гитлера оттуда, и жена говорит там: «А у Левы Браун был вкус!» Да. Но нет, это оказалось не про Клауса Барби, это оказалось про другую Барби совершенно. Это оказалось про куклу Барби, про которую совсем недавно сняли самый кассовый фильм 23-го года с Марго Робби в главной роли и немного даже Райаном Гослингом, который собрал 1,5 ярда. В общем, такое вот вступление. Такое ощущение, что я уже даже оправдываться начал. Ну что, ты не оправдывайся. Мы сейчас расскажем, что мы там посмотрели и о чем вообще, собственно, речь в этом фильме. И не только речь в фильме. А речь в контексте. В контексте, да. Потому что там, оказывается, надо немножечко вот так вот ручкой пошурудить и копнуть так вот. Оп, взять вот это вот все и пристально рассмотреть, чем мы, собственно, сейчас и займемся. Да, да, да. Ровно по одной простой причине, что нам, которые made in USA, Барби досталась тогда, когда... Когда ей уже поиграли изрядно. Изрядно поиграли, во-первых. А во-вторых, мы-то играли деревянными игрушками, приколоченными гвоздями к каменному полу, скользкому подоконнику, грубой няней. Вот, в детском саду. И у нас были другие игрушки. А вот эти вот все отсылки, замечания, культурные коды, они настолько укоренены в не нашу культуру, что нам с первого взгляда даже вообще непонятно, что там, блин, происходит-то и почему меня тошнит при просмотре. Вот всего этого цвета, звукового ряда, это просто натуральный кошмар. А оказывается, нет, оказывается, это нам не понять, а вот тем, кто в западную культуру укоренен не как наблюдатель, а как ее носитель, там процентов 85-95 того, что происходит, понятно, без лишнего намека, они просто про это и так все знают. Но разница заключается лишь в том, что нас тошнит без контекста, а их с контекста. И там, как у Данила Хармса, папа просил передать, что цирк закрывается, потому что нас всех тошнит. Итак, приступим. Марина тут такой том написала вообще от руки. Ужас. Да, потому что поговорить есть о чем. Хотелось бы, конечно же, начать с самой истории бренда Барби, потому что это такой культовый персонаж и в маркетинге, и в пиаре, и это целая эпоха на самом деле, по крайней мере, у американцев. Ну, не только у американцев. Ну, хотя, не конечно, только, в первую очередь у них. Потому что Барби это досталось всем, и западным европейцам, и японцам. И даже, наверное, не побоюсь соврать, если скажу, что даже где-то в Индокитае она тоже имела место в свое время. История Барби начинается с 1952 года. Прототип Барби была Билд Лили. Это такая ФРГшная газета. Дер Билд или Ди Билд. Дебиль. Дебиль мне больше нравится.
Я просто не помню, какого рода слово «бильд», поэтому я не знаю, какой артикль применить ко всему этому, женского рода или мужского рода. Но «дебильд» мне нравится дебильд, гораздо да, больше. «Бильд» – это картинка по-немецки, то есть иллюстрированная газета, которая выходила с определенной периодичностью, и в ней были в том числе комиксы, где была вот миссис... как это тетю зовут-то по-немецки? Короче говоря, это немецкая тетя, поэтому она не миссис. Лилли. Ее просто звали Лилли. Да, так Лилли. Когда в газете «Бильд», то вот получился «Дильд Лилли». Собственно, Лилли, она была героиней комиксов для взрослых. О. Эта дамочка была знаменита тем, что, ну, во-первых, у нее были достаточно ярко выраженные формы, яркий броский макияж, охотничий буквально. И славилась она своей сексуальной раскрепощенностью. Такая вот игрушка. Картинка. И, да, и, сначала. Собственно, популярна она была у взрослых, потому что мужчины любили покупать себе эту куклу в машину. Вместо ну, сначала вот куклы-то не было, сначала была просто да, комикс, была а потом комикс. Уже из нее, там, году в каком-то 56-м, 59-м, я не помню, сделали из нее куклу. Да. В общем, эта игрушка была популярна тем, что ее просто друг другу дарили ради прикола. Ну, грубо говоря, так. Ну, у нас сейчас периодически... В крепких мужских коллективах принято на 30 лет зайти, на 30 лет своему товарищу, разумеется, зайти в секс-шоп, купить вот такую вот, и потом еще вот такую вот, и все это ему, значит, подарить чтобы да, было... и погромче, чтобы соседи видели. Конечно, чтобы это было смешно и весело, и вот эти кукол тоже так же дарили, я уверен. В 56-м году некая Рут Хендлер, она позже соучредитель компании... Mattel. Придумала эту куклу немножечко преобразовать и назвала ее в честь своей дочери Барбары. Барби. Барби, да. То есть Барбарыльска. Ну и получилось там самое главное, что? Что самый главный массовый потребитель игрушки, решила умная Рут Хендлер, вполне очевидно, не взрослые, как бы они не любили по приколу дарить всякое разное. Самый массовый потребитель игрушек – это ребенки. А ребенком родители с большим трудом могут отказать. И поэтому, чтобы продавать игрушку, надо, чтобы эта игрушка была ориентирована на детей, каковы уже вынудят родителей на покупать им этого самого всякого. И вот была сделана Барби, которая в качестве маркетингового хода была сделана, конечно, близко к идеальному. Потому что она, самое главное, что это не кукла или там игрушка, которую, например, мы играем. Танк Т-34 мне подарили. Это танк, которым я прям беру и уже начинаю яростно пользоваться, потому что это танк как объект. А это игрушка, которую нужно докупать. Тухли, платья, парики, очки, дома, бассейны, машины, всякую шляпу, там столы, стулья. То есть, вокруг покупки одной куклы ребенок заставит родителей купить еще очень много всего. И одна покупка потянет за собой много-много-много-много всякого. Оно все пластмассовое. В это время пластмассовое уже умели делать очень дешево. И поэтому в производстве оно стоит ничего. А продается до чего. Замечательная идея. Важные элементы мы с тобой забыли обозначить. Кроме туфелек, сапожек, зонтиков и прочей кукольной приблуды, к Барби прилагался Кен, как дополнительная покупка. Еще одна приблуда. Да, еще одна приблуда. А Кен это мальчик. Кстати говоря, в честь сына той же самой Рут да. Хендлер, которого звали Кеннета, или сокращенно просто Кен. И по легенде, так сказать, которую придумали издатели, Кен и Барби должны быть... ну брат и сестра. Вместе, нет. Были брат и сестра, они по-настоящему. А, да-да-да, правильно. И были очень сильно недовольны они этой странной пиар-акцией, потому что они просто были родные брат и сестра. И, конечно же, определенный отпечаток вся эта история наложила и на их будущее, на их психику в том числе. А сделали это из них, собственно, молодого человека, который некоторым образом сожительствует вне всякого брака, скорее всего, с этой самой Барбью. Ну, или наоборот, Барб с ним. Да, есть даже какая-то немножечко скандальная история по поводу этого Кеннета. Прототип Кена. Наоборот, они друг друга прототип. Неважно. Кеннет, прототип Кена. Все да, правильно. Да. Так как у них отсутствуют первичные половые признаки... У куколок. У куколок, да. Кеннету это очень сильно не нравилось. И он при любом удобном случае эти свои первичные половые признаки, настоящие-то человеческие, он демонстрировал, чтобы над ним люд
не подсмеивался. И поговаривают, что если бы сделали все-таки этот первичный половой признак-то, то очень у многих бы... Целое поколение людей, было бы травмировано. Травмировались бы все. А он-то в силу того, что мама с папой стали чудовищно богатые на этой Барби, у него тоже карьера вполне себе, казалось бы, сложилась. И он стал таким продюсером. Даже, по-моему, два фильма он пропродюсировал. Какие-то бродвейские постановки. И чуть что, как опять же некоторые актеры поговаривают во время кастинга, говорил им, ну да, я прототип Кена, но у него-то этого самого нет. А вот как вам такое? Да. Потому что ему очень не нравилось, что про него все думают плохо. Кстати, да, потом это в кино отразили даже. А в кино отразили в той сцене, когда Барби и Кен появляются в реальном мире. Ну, мы об этом... Потом скажем. Да. Самое главное, если вдруг кто не в курсе, надо просто обозначить, что кукла Барби изначально это игрушка для взрослых со всеми, как положено, и ее сделали игрушкой для детей, практически не изменив внешнего вида. Она осталась ровно такая же, ну, почти. С поправкой с немецкого вкуса на американский и так далее. Но ее сделали детской маркетинговым способом, а не изменением облика. То есть, это взрослая молодая тетя, в которую играются дети, имея в виду, что они скоро такими же точно станут. Да, это как воплощение... женщины будущего. В общем, грубо говоря, ты маленькая. Идеальная женщина да. мечты. Идеальная женщина. То есть, вот ты вырастешь, поиграла в тетю сантехника и стала красивой тетей сантехником. Там такая идея транслировать, что ты можешь быть кем угодно, но обязательно красивая. И чтоб вот ноги вот отсюда где-то начинались. И на носочках все время. Да. Чтобы можно было тухли к ней приделать. Потом Барби в фильме-то немножечко столкнется с этой проблемой, и оказывается, не так-то уж это и удобно. Ходить все время на цыпочках. На своем пластиковом веку гражданка Барби перемерила массу профессий. Бывало даже, что она становилась айтишницей в четком соответствии с актуальными трендами. Ну а если лично тебя привлекает сфера IT, где средние зарплаты нередко доходят до 150 тысяч рублей, то построить карьеру в цифровой индустрии тебе готова помочь компьютерная академия ТОП. Начать можно, например, с курса тестирования ПО. Он позволит заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста. Осваивать кодинг при этом не потребуется, ведь профессиональные тестировщики занимаются не написанием программы приложений, а поиском ошибок в них. Академия ТОП – это крупная федеральная сеть с филиалами более чем в 200 городах России. Обучение там проходит вживую в удобных аудиториях с современной техникой. В основе курса – реальные требования IT-индустрии. И в целом она на 90% состоит из практики, а благодаря офлайн-формату будет доступна качественная обратная связь от преподавателей. Конечно, получать профессию можно и удаленно, через интернет. Главной своей целью Академия ТОП ставит трудоустройство каждого выпускника. Поэтому в дополнение к современным знаниям студенты получают готовое портфолио, более 50 практических кейсов и работу. Сканируй QR и загляни по ссылке внизу, там будет приятная скидка. Жми! Итак, начнем мы, наверное, сейчас с самой первой сцены, которая открывает этот замечательный кино... продукт. Бабо-шедевр. Да. Баба-кино-шедевр. Ну, наверное, все уже видели, все, по-моему, прошлись, только ленивый не прошелся. Но вот теперь можно сказать, что прошелся и ленивый тоже. Что это как у Кубрика. Продолжаем нашу рубрику. Рубрика никуда без него. Рубрика как у Кубрика. Мне кажется, такой у нас Кубрик хэштег. Там приплачивает всем, чтобы его рекламировали. Мне кажется, он пытается приплатить, чтобы его перестали заставлять вращаться. Потому что первая сцена на 186% цельнотянутая с космической Одиссеей 2001, открывающей же сцены, где под замечательную музыку из советского телешоу «Что, где, когда», которое называется «Цус прах Заратустра», или «Так говорил Заратустра», там прям вот эта сцена замечательная, где обезьяна первый раз берет в руки инструмент под воздействием проплывающего сверху этого черного параллелепипеда.
И вот под эту музыку обезьяна, значит, начинает сначала колотить по каким-то черепам, которые вокруг нее разложены. Ну и таким образом, удлиняя свою руку, делает первый шаг для того, чтобы стать человеком. И вот нам точно такая же сцена в какой-то пещерообразной локации. Сидят маленькие дети, которые играют с пупсами. И чудовищный закадровый голос нам сообщает, что раньше все играли с куклами, но куклы были только пупсами, то есть могли изображать из себя только ребенка. То есть, таким образом, ребенок играл во взрослого сам при помощи прототипа самого себя. То есть, вот, пожалуйста, есть маленький ребенок, и большой ребенок над куклой таким образом возвышается до взрослого состояния, начиная играть в дочки матери на деньги. Но тут появилась Барби. Нам показывают вместо черного параллелепипеда. Огромные-огромные ноги, простилающиеся до бесконечности. И там в купальнике стоит, значит, Марго Робби в полосатом. И увидев ее, первая страшная девочка начинает своего пупса страшно колотить башкой о камни. И потом все девочки начинают колотить пупса башкой о камни и выкидывают вот так, что улетает, значит, в космос. Потому что вот... Что это такая за кукла, которая может быть только пупсом? Нужна кукла, которая может быть кем угодно. А знаешь, а может ли ребенок быть child-free, если он сам еще ребенок? Это очень сложный вопрос. Потому что этот вопрос у меня пропадает начисто из моего личного опыта жизненного. Потому что я в дочке матери на деньги никогда в жизни не играл. Мне было не очень интересно. Ну, я, конечно, видел, как мои сестры играют, младшие. И там одноклассница, одна детская садовница. Потому что мы-то там играли в танчики, били палкой лопухи и друг друга, а также и шприцов стреляли водой, вот из этих всяких из брызгалок, капитохи кидали, падали с гаража головой вниз, а вот данная камерная игра у нас полностью заменялась игрой в солдатики. Поэтому это вне моего личного опыта. Я просто не могу обратиться к своему детству, чтобы вспомнить. Ну, в моем детстве кукла Барби появилась уже в тот момент, когда я понимала, что какая-то ерунда, что мне ее подсунули, это несуществующий человек. Она не функциональная. Ну, то есть, ее странно пеленать, я не понимала просто правда, что с ней делать. Вот, и поэтому мне как-то эта история не зашла. Но зато я знала, что делать с плюшевой черепахой, с плюшевой коровой, с каким-то там... Гусем, пупсом. Ну, то есть, это мне было понятно. Что делать с этой тетей, мне непонятно было. Абсолютно. Да, и все. Таким образом, у нас показывают, что вот, вот эта первая самая сцена, которая заявляет нам, что пупс не нужен. Ну, то есть, ребенок не нужен. Это, конечно, чудовищное заявление. Фильм, правда, оправдывая его... Впоследствии с данным-то заявлением будет пытаться полемизировать. То есть, все не так однозначно, потому что когда, ну, например, Иван Диденко, мой товарищ хороший, закончил обзор Барби на первой сцене, и решил, что все... Не хватило? Нет, я его понимаю, меня бы тоже не хватило. И потом он, говорят, его целиком разобрал, но я не видел. А вот этот его стандартный 7-минутный обзор... Все, говорит, ну это же уничтожение ребенка при помощи вот этой вот чудовищной бабищи. И куда это, собственно, годится? Вот это в самом деле никуда не годится, и сцена в самом деле кошмарно. Когда этих пупсов, которые изображают из себя детей, ну вот фактически детей берут за ноги и колотят головой о камни, а потом выкидывают. Вот это здорово. То есть, это такое мощнейшее child-free заявление от девочек, которым еще до функции деторождения еще лет бы 12 бы как минимум бы побыть. Да. Вот, то есть тут уж сразу понятно, что детей готовят к будущему вот этой вот замечательной тете с 7-метровыми ногами от коренных зубов, улыбкой вот такой вот, и этих самых коренных зубов на каждой челюсти по 32 зуба, как у акулы, в несколько рядов, и в боевом макияже. Вот такая должна быть девочка, ну и впоследствии молодая женщина. Обязательно беспупсовая. Беспупсовая. Собственно, такой мир нам в дальнейшем, сразу же следующим кадром, и показывают. Идеальный Барби-ленд с розовыми горками, с машинами, со всякими какими-то ненужными абсолютно вещами. И они все искусственные, то есть у них там нет воды, они ничего не делают. Да, вся пластмассовая. То есть, ну, точно так же, как играли в детстве девочки, да, там наливали себе... несуществующий чай в чашечке, вот это вот все. То есть там это полностью воспроизведено. И что хочу сказать по поводу декораций.
кроме того, что они могут провоцируют эпилептический припадок даже у здорового человека, лично мне, как человеку уже, ну, взрослому немножко, да, мне было тяжело смотреть на все эти декорации и всех этих персонажей как раз-таки из-за чрезмерно ярко кричащего цвета, кислотный, розовый. Да. Очень много деталей. Это, конечно, хорошо, когда художники-постановщики так здорово работают. Со светом тоже у них там все в порядке, но взрослым людям, как мне кажется, такое смотреть достаточно тяжеловато. Но мы можем подумать, может быть, это все-таки для детей. Фильм про куклу, яркие цвета, машинки какие-то. Вот это вот все такое ненастоящее. Может быть, это для детей. А нет, совершенно нет. Это для бывших детей. То есть для тех детей, которые успели в свои 4, 5, сколько, 7 лет поиграть в Барби, а теперь им 47, и вот они пошли смотреть. Да, так же, как они ходят на концерты Аллы Пугачёвой. Аллы Пугачёвой, ну, уже не ходят. Киркорова и вот это вот все. В Барби-ленде не матриархат. Теперь так говорить нельзя, потому что от слова «мать» там феминархат. Потому что в идеальных домах Барби живут идеальные Барби, включая даже бодипозитивных Барби, потому что сейчас без бодипозитивных нельзя показывать. Вообще вас засудят к чертовой матери. А также цветные Барби и прочие всякие. Но они все абсолютно идеальные, в идеальных костюмах, в идеальных говнодомиках розового кислотного цвета. И там есть мужики, которые Кены. Нам даже так их противопоставляют. Вот Барби проснулась, потянулась, у нее все замечательно. А вот, значит, Кены. А вот Кены, судя по всему, живут под кустом, где-то на пляже, потому что у Кенов домика нет. Даже, не а даже одного. Не заявлено. Кена-приемника нет никакого абсолютно. Им бы хоть какую-то казарму поставили. Кены просто безвольно пасутся на просторах пляжей, что-то там изображают. А вот помнишь эту сцену, где они, по-моему, Кен, который Рослинг, и Кен, который китаец, к сожалению, не помню имя актера. Название актера. Они там хотели яростно пляжиться, их еле растащили. Вот это вот... Что это значит? А это значит ровно то, что там есть важная фраза. Что, а вот еще есть там Кен, показывают там Райана Гослинга, у какого был один смысл, чтобы Барби на него посмотрела. И улыбнулась ему, и с ним поздоровалась. Тогда вот день у него прошел хорошо. В этом идеальном Барби-ленде, как ты справедливо заметил, абсолютно фемини-ленд. Никакой там не матриархат, мужчины как мусор. И... Как аксессуар. Почему да. мусор? Аксессуар. У них есть душ без воды, сок без сока, вода, в смысле море без воды, ну и мужики тут же рядом какие-то. Вот. А Барби-ленд... В принципе, без их участия прекрасно, замечательно, идеально себе существует. Потому что у них есть президентка. Которая всякое умное там решает. И что-то еще у них такое Они есть. Они живут в идеальном мире. Все у них, собственно, хорошо. Вот секрет идеального мира. Да. Ну, если учесть, что совсем недавно создатели самого дорогого сериала в галактике «Кольца власти» после чудовищного провала первого сезона сказали, что мы все поняли. Второму сезону у нас будут очень серьезные кадровые перестановки. Каждую новую серию будет снимать женщина-режиссерка. Новая. И все тогда будет хорошо, как в Барби, собственно, Лэнди. И все было бы идеально, если бы в какой-то момент Барби вдруг не приболела, не подхватила какую-то какую-то хворь, и вдруг стала думать вообще в целом. Давай сейчас еще немножечко вернемся, опять на такой небольшой фрагмент истории, по поводу того, что Барби как продукт транслировала, да. Первая говорящая кукла Барби, которую вообще в целом придумали, говорила там 2-3 фразы. Математика – это сложно, кажется, нам пора на шопинг, и третья. Такого же типа. Да, то есть сама культура Барби транслирует какую-то беззаботную совершенно жизнь, полную ничего. Просто ярких красок, неосмысленная, не утяжеленная никаким бременем. Лишним. Лишним, да, каких-то там умозаключений, вот это вот все. И тут вдруг она заболела. То есть для Барби это не свойственно думать вообще о чем-либо. А она-то начала о смерти думать. А что будет, когда мы все умрем? Что? А, ничего. Хочется смертельно танцевать.
Да, эту фразу она произносит как раз-таки на какой-то яростной вечеринке, после которой Барби почему-то идут на Барби ночевку. Кен или еще пара Кенов пытаются к ним пробиться, но Барби говорит: нет, мы ночуем только, вот у нас только девчачья вечеринка. Девичник же у нас. Идите обратно под свой куст на пляж. Все, вы нам не нужны нисколько. Да. А утром-то с ней происходит беда, потому что она, во-первых, перестает левитировать. Да, она падает со всей своей высоты. У нее ноги растопырочку делаются, как у нормального человека, на пятки становятся. И думает, начинает думать, через что у нее делается депрессия. Она начинает валяться, ничего не понимать. Ее отправляют поговорить со странной Барби, которую когда-то очень жестоко обработала ее хозяйка-девочка. Растащила ее на шпагат навсегда, сделала ей ирокеза, там, и в общем... Походу, это моя. Да. Это Crazy Барби, странная, как ее называют в фильме. Она живет на отшибе где-то вот совсем за чертой города, очень сильно, да. И занимается там чем? Какими-то шпагатами, современным искусством, и рисует себе странные глаза. Но удивительно, что она одна из самых ярких и стильных, и сильных на самом деле персонажей с таким ярко проявленным «я». Потому что ее обработали. Да, но она почему-то оказывается очень умной, сообщает, что это все просто. Это твоя хозяйка, которая тобой играет в реальном мире, она как-то тобой неправильно играет. Вот видали, как со мной поиграли в свое время? Короче говоря, тебе нужно доехать до реального мира, найти свою хозяйку, с которой ты связана, и объяснить ей, что все на самом деле хорошо. Нужно быть как вот идеальная Барби, и тогда у тебя тоже все будет замечательно. У тебя снова, значит, ноги на носки встанут навсегда. Ты вообще думать разучишься, и, в общем, все у тебя будет классно. Заживешь ты счастливо опять в своем замечательном идеальном мире. И с ней увязывается Кен, которому хочется, чтобы как Барби. Да, потому чтобы что она, он от нее очень, очень сильно зависим. Потому что в тот момент, когда кто-то в лучах Барби становится, он сразу становится популярным, и на него все смотрят. А Кен очень яростно желает внимания. Вообще не только Барби, а вообще любого чьего-либо, какого угодно. Кстати, с Кеном провернули фокус, который писал нам Джозеф Кэмпбелл в «Тысячеликом герое». Там вот как раз настоящее, стопроцентное, поэтапное путешествие героя со всеми вообще необходимыми атрибутами, от нежелания путешествовать до принятия путешествия, отправления в путь, пещеры мудреца, наличие учителя, инициации, там все есть. Как раз вот Кен там у нас как путешествие героя проявлен абсолютно идеально, только поэтому, ну, хотя бы тень интереса можно проявить к его каким-то приключениям. Кстати, основное количество шуток, которые могут вызвать улыбку, они связаны именно вот с этим самым Кеном. Потому что все остальное что-то как-то мне показалось не очень смешно. Согласна. Здесь шутки, знаешь, такие немножечко... Они не выглядят как шутки. То есть, вряд ли вы там увидите какие-то такие острые реплики, какие-то колки, да, над чем можно посмеяться. А посмеяться здесь, наверное, можно только над иронией, самоиронией, игру в иронию. Как-то так. Да, да. Ну и вот они оказываются, наконец, в реальном мире. Где, ну, понятно, они выглядят как полное какое-то говно жуткое совершенно. На них все так это обращают внимание, потому что странно одеты на редкость. И они не могут общаться с местными людьми, потому что вот там сцена, когда они встречаются со строителями, потому что строят-то все на самом деле Барби, Барби Лэнди. Они видимо, они очень хорошие, эти строители. А эти строители стрёмные. Они сразу начинают буллить эту самую Барби, может даже газлайтить. Ну, во-первых, конечно, одеты они очень, да, вызывающие, и у Барби надеты, ну, как бы, вот трусы поверх штанов. Ну, это ладно. Естественно, человеку работящему, который вот на стройке там что-то... В обеденный перерыв, да, в обеденный... гамбургер точит. Да, он смотрит на эту замечательную пару, и у него такой немножечко диссонанс. Ну, и, конечно, первая реакция на человека, который выглядит... Как проститутка. Да, а не проститутка ли это, собственно? Да, естественно, любознательный ум тут же стремится выяснить, да, как бы распределить. И что у нас, значит, наша Барби говорит? Да, прекратите, у меня нету этих самых половых признаков. Кстати,
у него тоже нет половых признаков. На что Райан Гослинг говорит, вообще-то у меня есть. Как тот самый Кеннет. Вот. Пока мы не прочитали про такое, смешно не было. А потом стало смешно. Это пасхальное, извините, пасхал очка это. Пасхал очка, не так просто. Вот. Ну и все, она идет искать свою хозяйку, а сообщает Кену, что ну подожди меня здесь. А Кен, конечно, идет просто смотреть на все вот это вот все. И вдруг выясняется, что оказывается в нашем реальном современном мире, о чем потом будут намекать и прямым текстом говорить, у нас уже все сделано вроде бы для того, чтобы у нас был феминархат. И вообще, но нет. В реальном-то мире, оказывается... Все для мужиков. Наоборот, только, да. только у мужиков мужики. Есть домики. Да, у мужиков есть вот все, что вокруг, от красивых теть до фотографий машин, лошадей, боксеров и что-то еще. Это только все для мужиков. И тети тоже для мужиков. И пока Барби, значит, занимается поисками, какими-то уговорами, какими-то совершенно нелепыми вообще там историями, которые на самом деле... Ну, связка там очень простая. Как да, найти, как да, найти как хозяйку? Найти. Ну, ты же ее ты почувствуешь, что она такая... и почувствовала. Да, депрессивная, все. Да. Вот. А Кен в этот момент разворачивает своих коней, едет на машинке, на роликах, скачет там. Да, ему очень понравилось, естественно, конечно. То, что он увидел, ему и страшно понравилось. Эту патриархальную идею в Барби-ленд поволок. А тут, собственно, Барбя находит свою хозяйку. И это, оказывается, не девочка, которую она думала вообще-то, что это девочка в нее играет, а оказалось, это 40-летняя баба, которая когда-то в нее играла. От своей бабьей жизни. У нее теперь депрессуха, и эта депрессуха докатилась до Барби. А девочка там такая тварь вообще. Она сразу Барби заявляет, что ты стрёмная. Ты... Она назвала ее фашистом. Ты откатила феминизм на 50 лет назад, значит, фашистка, и ты воплощение... всех несбывшихся надежд и мечт. И самое главное, какой-то термин такой мощный применила, типа того, что сексуализированного капитала фашизма. Во. Да. Это вот ты пошла вот отсюда. А это школьница. Лет сколько там? Ну, подросток, 14. 12, 13, да. Может 14, да, в самом деле. А у нее мама тоже такого афро-мексикана... Ну, какой-то вот такой... Загорелая дама. Сильно загорелая дама. А вот это у нее на самом деле депрессия, и нужно, чтобы она со своей депрессией справилась. Для чего? Барби отволакивает их в Барби-ленд, чтобы они посмотрели, как нормальные тетки живут, да. А не как вот вы тут прорастаете. А ну-ка они приехали в Барби-ленд, а там уже все не так, потому что там уже патриархат. Там все уже ходят. Кен Гослин ходит там в шубе, сутенерской, именно, там вокруг какие-то стоят грили, как будто в гриле что-то плохое, кто-то бухает пиво, и, в общем, там уже такой движ Париж идет кругом. Да, какие-то грудастые девки в коротких юбках им всех Барби переоделки. Да, подносят пиво, в общем, что нам показывает эта сцена? Что как только полные бразды правления оказываются в руках мужчин, сразу все превращается в какой-то притон кромешный. Ну да, потому что в домике Барби там уже все обклеено. Там кони паслись. Кони какие-то кругом, какие-то машины, гитары отвратительные. Опять же, гриль посреди всего этого и дверь как в салон. И называется теперь ее дом... Кенленд. Не Кенленд, а Мача, Мача, Дача, Хата, Хаус. Да, вот. Это в русском переводе. Не знаю, как это было по-английски. Я, извините, не стал это по-английски даже приблизительно смотреть. Мне перевода хватило. Ну, довольно показательно. То есть, мужики просто все испаскудили. Потому что мир-то был, ну, понятно, не настоящий. Он даже и не пытался казаться настоящим. И теперь это не настоящий испаскуженный мир. Потому что там оказались мужики. У власти. А, и бабы сразу все немедленно, совершенно с одного раза превратились, и что характерно, в точно таких же безмозглых тварей, только с обратным знаком. Переоделись просто немножко. Да, с обратным знаком. Все. И, кстати говоря, я не очень понимаю. Опять же, я вне этой культуры вырос, родился и сформировался. Для меня во что наряжают Барби, это же точно такие же шлюшки наряды, как в то, во что переодели этих самых Барби в эпоху господства патриархата.
Но они просто выглядят немножко по-другому, но смысл-то ровно тот же самый. Это просто шлюха-наряды. Разница заключается в том, что там Барби была выделена только одна единственная роль – подносить пиво мужику. Все. Это же как-то подчеркнуто. Они уже ничем не работали. Да, было подчеркнуто костюмами, они были очень вульгарно разодеты. А ну, до этого они были не вульгарно разодеты. Вульгарно, но на своих условиях. Да-да, я понял, хорошо. Это должен даже водой запить. Ты не хочешь воды из бутылки попить? И спью. Из вашего кубка. Спасибо. Надо сказать, что это не была рекламная интеграция. Нет, нет, не была. К сожалению. Короче, накал повествования такой, что мозг натурально закипает. Хочется даже башкой в морозилку залезть, чтобы как-то с этим справиться. А лучше целиком, потому что подгорает от фильма не только голова. К счастью, в родной стране есть и такие возможности. Отвлекаясь немного в сторону, компания «Рик» поставляет отличные рефрижераторные контейнеры, в которых удобно хранить и перевозить продуктовые товары. А из обычных контейнеров, которые без холодильных установок, можно сделать гараж, бытовку или организовать небольшое производство. Например, питерские мастера гриля из Wild Smokers такие вот контейнеры будут превращать в уютные кафе-бургерные. Где попробовать отличное копченое мясо и фирменный Рикбургер, узнаешь, пройдя по ссылке под роликом. Приехал, значит, Барби в свою Барбуленд и увидела... Вот это вот кошмар. И ужаснулась этому кошмару. Прогнать никак Кена ей не удавалось. Она уж и так к нему ластится. И так. И уж согласилась там уже... На без обязательств. Без обязательств уже какие-то там срамные отношения, да, недухоскрепные совершенно. Половые недоимки, хотя у них не может быть половых недоимок. И что там дальше произошло? Ну а что дальше? Дальше и она поняла, что ничего не получается, у нее сделалась депрессия, она стала лежать. Ее отнесли, ее, так сказать, земные ее подружки отнесли к странной Барби, которая сообщила, что вот это настоящая Барби... В кризисе, то ли среди или экзистенциальном кризисе. То есть она просто валяется. Барби, вот да. Просто вот валяется и все. И тут они задумали переворот обратно. Феминархическую революцию сделать. Что они придумали? Надо, чтобы настоящая баба встала и рассказала просто вот так вот все, что она думает. Как тяжело женщине жить. Потому что нужно быть, с одной стороны, красивой, с другой стороны, успешной. Хотя как это совместить? С третьей стороны ходить на работу, с четвертой стороны быть образованной и модной, при этом еще нужно, чтобы тебя любили мужики, и конкретно, чтобы у тебя был свой отдельный мужик, еще потому что часики тикают, нужно успеть родить детей, и при этом оставаться успешной, красивой и так далее. И вот... Все это одна. Как? Черт возьми! И такие все, ни хрена себе! Я вот, смотри, как ты расколдовалась, сказала Барби. Теперь нужно отловить каждую Барби в отдельности, и обратно вот ты такой ей задвинешь, она тут же немедленно разобируется против мужиков. Что и было сделано. Всех Барби постепенно, потому что мужики остались тупее, чем были. Их, этих Барби, всех покрали, и им эта девушка рассказала этот самый спич, и они все расколдовались. И дальше, так как мужики тупые... Они их друг с другом поссорили, стали с ними сидеть по очереди. Так, флиртовать, чтобы да. Сидеть, разговаривать, смотреть ласковыми взглядами, выслушивать ахинею. Потому что мужик в понимании создателей фильма характерен тем, что когда он видит симпатичную тетю, он немедленно к ней подкатывает и говорит: «О, ты не смотрела «Крестного отца»? Сейчас я тебе расскажу про «Крестного отца». Я сочинил в твою честь... песню. Сейчас я буду 8 часов ее петь. У около костра там... мужественно. Да, у них там одна единственная песня на всех. Да, ну это ладно, это же не настоящий мир, в конце концов. И смотри, они могут даже машину открыть. Я сейчас открою и спасать, короче, бросаются, как дураки. Кстати, опять же, как будто в этом что-то плохое есть, я не очень понимаю. Я тоже не понимаю. Женщина показывает свою немножечко слабость, мужчина имеет возможность ей помочь, все счастливые. Что не так? Ну вот, воспользовавшись этой особенностью, сначала у них Барби всех покрали для раззомбирования, а потом их всех друг с другом через ревность перессорили. И они вступили в пляжный баттл.
там есть соперник Райана Гослинга, китайский Кен. Да, который тоже пытался приударить за Барби. За Барби. Один из конкурентов, да. И они возглавляют две группировки, и они начинают жесткий файтинг на пляже. Да. Который заканчивается тем, что они начинают совместно плясать, какие-то ужасные у них пляски, и потом, подружившись, вдруг вспоминают, что они собирались выбирать президента. И нужно срочно бежать выбирать президента. А еще там есть несколько побочных сюжетных линий, потому что есть Алан. Про Алан-то мы никак не должны были забыть. Потому что есть Кены все, и один Алан, который Скотт и Тряпка. Он, Скотт и Тряпка, вообще тоже не очень понятно почему, потому что он все это время, он был за мир Барби, да. Не за мир Кенов. Он не пошел с ними бухать. Он такой слегка гомосексуализированный, да. В пассивном виде. То есть он был другом всех этих Барби, за что Барби его, собственно, лошили. Постоянно. Да, то есть он постоянно был какой-то лишний элемент. И этот Алан... И более того, и остался таковым. Да. Вот у нас есть два лишних элемента, о третьем я скажу чуть позже в этом во всем фильме. Люди, которые никаким образом не примыкают ни к какому обществу вообще. Но это позже. Пока да. Про Алана. Алан. Потому что, естественно... Две тети, молодая и старая, взрослая, собираются на какой-то момент обратно в реальный мир свалить, потому что тут что-то отстой какой-то. И, конечно, к ним, как раньше Кен, запрыгивает Алан в машину, и они вместе все едут и видят, что какая-то стройка происходит. А, стройка прекрасная. Вот. Там Кены строят около дороги в реальный мир стену. И Алан говорит, что когда они... Единственная смешная шутка. Когда они догадаются, что стену можно строить не вверх, да, естественно, огромного фаллического символа, а вбок, мы вообще никогда оттуда не выберемся, погнали срочно. После чего Алан избивает всех этих самых тупых строителей, но они вместо того, чтобы возвращаться в реальный мир, возвращаются обратно в Барбёвый ленд и всех спасают. А из реального мира в выдуманный мир переправляется вся корпорация Маттел в догонку за Барбами. За Барбью, за одной. Тоже отдельно. Управление это. Корпорацией Маттел, стрёмные люди в черных костюмах во главе со своим генеральным директором, который загримирован под Джо Байдена. Ненавязчиво совершенно, да. И такой же тупой. Они там все очень показаны максимальной тупизны, то есть они даже тупее Кенов, которые стали вдруг... Мачо, вот это вот все. Там есть смешная сцена, где они не могут пройти через они вот пытаются эти двери. Поймать да. Барби. Да, они за ней через турникет побежали, не могли пройти все вместе через турникет, который им по колено примерно. Потому что нужно найти пропуск, вставить пропуск и по одному вот так вот всем мне пройти. Мне кажется, это отсылка к излишней чрезмерной бюрократии в стране, наверное. О, да, конечно, конечно. Ну и переворот, который там организовали, это тоже, ну, во-первых, стена, это понятно у нас. Еще раз пасхал очка к, во-первых, стене, которую Трамп начал строить вокруг Америки против мексиканцев, которая вообще преодолевается вот как в фильме. Хотя ее строили в бок сразу. Бунты эти самые, это понятно, это во время ковида. Когда Трамп пытался свергнуть Джо Байдена, или Джо Байден пытался свергнуть обратно Трампа, я уже запутался, откровенно говоря, потому что ведь каждые выборы Путин подделывает. Вот. И поэтому нужно было его свергнуть. Там вот эти вот захваты Белого дома и так далее. Ну, то есть, это прошлись по современной повесточке через пасхал очку вообще сплошняком. Причем настолько в лоб, что лично мне вот даже хотелось бы, что ли, какого-то более тонкого намека. Потому что это даже не пасхал очка. Это тем прямым текстом говорят. А вот мы помним, что было в 21-м году. Я тоже помню, это 2 года назад всего было. А, да, давай еще вспомним эту замечательную сцену проектирования, когда они пытались провернуть так революцию, Барби-революцию, да? Давай вспомним замечательную сцену с картой мира. Это прям, это надо обсудить, это достойно внимания. Да, надеюсь, вот прямо сейчас появится на весь экран, чтобы нас не было видно совсем, и всего, что вокруг, а чтобы была вот эта огромная, прям матерая карта. Вот, надеюсь, она сейчас прям появилась. И легко убедиться, что там есть немного США с Южной Америкой, есть Гренландия,
Есть Австралия, там где-то даже, кажется, Англия болтается, я вот что-то не помню. Есть Азия. Кусок Азии. Все есть просто есть такая вот такая штука, на ней написано просто Азия с некрасиво свисающим Индокитаем оттуда. Вот как раз примерно там, где мы сейчас находимся. А, да, кажется, еще Япония приделана отдельно. И, собственно, все, потому что ни России, ни Китая там нахрен нет. Я даже не уверен, насколько там есть Европа. Но вот, что у нас Евразия слегка видоизменена, это совершенно точно. Я уж, честно говоря, не знаю, это они отношения показывают, или повестку отражают, или им просто пофигу, или они показывают, какие Барби тупорылые. Ну, то есть, если математика трудна, то география тоже явно нелегко. Не знаю, что имелось в виду, но просто вот факт такой есть. Все, что вот не Англия и Америка, это все просто Азия и вот такая какая-то... Ну, вот, какая разница, собственно? Ну, что, для того, чтобы показать, что Барби, ну, не очень умные и интеллектуально не обременены. Обременены. Это все последствия кукла, извините. Они могли просто, например, слепить Америку вместе, сделать ее одним большим комком. Почему две великие, простите, державы отсутствуют на карте? Это невозможно. Мне кажется, это провокация. Ну, может и провокация. Я, опять же, в силу того, что я очень сильно не понимаю вот, всего этого культурного, совместного, вот, слепленного в ком кода, не готов я доложить, что я вскрыл смысл. Ни хрена я не вскрыл, очень может быть, потому что его там нет. Есть вероятность, что мы наделяем смыслом то, чего не должно иметь. Итак. Словом, революция, пляжный батл, переходящий в совместные... В индийские танцы. Мне кажется, там индийский хореограф должен был быть. Ой, это какой-то очень плохой индийский хореограф, потому что последние лет 15 индийцы очень сильно радуют всякими необычными, интересными штуками. А вот это... осталось на уровне Зиты и Гиты. Туда же, собственно, вторгается корпорация. Посмотреть, что происходит. В них попадают стрелой из лука с присоской. Там кого-то там ракетки. Они какими-то ракетками, мечами, какими-то надувными единорогами там друг друга. Гусями, опять же. Да, то есть понятно, что это отображены сцены войны. Ну, потому что мужики не могут иначе. Понятно, да, что они из-за какой-то хероборы. Просто потому, что баба на кого-то посмотрела не так. Нужно было немедленно поделиться напополам и вступить в маскулинное, токсичное взаимодействие. Да, но что-то пошло не так, и они все объединились в яростном танце. Почему, я не понял. Наверное, просто потому, что они поняли, что они братаны все, а как это? Черт его знает. Для меня это загадка. Да, в общем-то, даже и разгадывать-то не пытался, и не буду более того, потому что это очень тупо выглядит. В конце... этой баталии. В конце этой яростной баталии надувными единорогами они устремляются в Белый дом, он же розовый. Хата, вот это вот дача. Они устремляются в Капитолий. В Капитолий, да, президент, точно. А там уже женщины... выбрали себе президентку опять. Да. Между прочим, выглядят они как с обложки одного из выпусков Vogue. Я это не по своей воле узнала, извините. Транслировалась там, собственно, история как раз-таки феминистическая. Там политкорректные женщины всех цветов и разных размеров и так далее и тому подобное выстроены в ряд. Обложечку можно, наверное, найти, увидеть. И, собственно, в этом фильме они в такой же розовой, правда, робе. И выстраиваются все в ряд. И говорят о том, что они уже произвели здесь переворот, все перерешали. И Кены пытаются проситься к ним в Конгресс хоть кем-то. Да, им какие-то там даже нарезают роли. Да, а президентка говорит, что... вы нам тут не нужёные. Ну, может, кофе будешь мне приносить. И он радостно ускакал. Вот эта сцена. Кто-то там в очистке, по-моему, оказался годный служить. Ну, как-то, в общем, да. Так... как-то, в общем, понятно, что мужики могут быть, по крайней мере, пока им нужно еще очень сильно вырасти над собой, чтобы что-то вот из себя представлять, хоть что-нибудь. Алан выходит такой, а я говорю, ой, слушай, кому ты интересен? Господи,
То есть Алан опять оказался... За бортом. Ненужённый. И там еще, по-моему, одна какая-то тетя оказалась тоже ненужённой. Я, правда, забыл, какая. У нас за бортом этой реальности вообще любой человеческой, кукольной, находится Крейзи Барби, с которой жестко поиграли когда-то. Она стала Хотя она всем помогла вроде как. Да, она вообще там самый мудрый персонаж. Алан, который как бы... Был за Барби, но все равно... Нетрадиционный, да, назовем это так. Ни тогда, ни потом. Никому вообще. И самое странное, наверное, хотя здесь очень много странных вещей, беременная Барби, которую постоянно, как только она входит в кадр, вот так вот рукой отмахиваются от нее. А ее сняли с производства. Ее сняли с производства. При этом это не просто как-то вскользь, а ну, это невозможно не заметить. И, внимание, вопрос. Она в странной Барби автонике находится всю дорогу? Да. Она вообще тоже ни при чем, никому, и все ее чураются. Да. Фактически она находится вот в гетто. Прокаженная какая-то. То есть, это странно. Зачем... Филмейкеры акцентировали на это внимание, непонятно. Ну, если они собирались вроде как полемизировать с введением, чтобы дуга изменений произошла вообще в сюжете, не только с персонажами, то сначала полное child-free должно прийти к чему-то нормальному. Но вот это перехождение к нормальному сопровождается буквально тем, что ту самую, кому-то интересно. И взрослеющая Барби, у которой рука поднимается и сиси вырастают, тоже никому не интересно, потому что это же отстой. Знаешь, тема нормальности на самом деле, это как такая фразочка есть про толерантность. О том, что почему нельзя никак показать толерантность в фильме, при этом не унижая никого вот на фоне. Вот серьезно. Вот, ну, как как ты показываешь толерантность, если ты в самом деле никого не унижаешь? Ну, например, по развитию сюжета, например, ее бы уже приняли в обществе, эту несчастную беременную Барби, которую сняли с производства, что она тоже нашла свое место в этом мире, хоть какое-то. Не, ну, ничего подобного. Да, то есть ее показывают и в начале, и в середине, и в конце, она все равно вот как бы свали с горизонта. Вот, то есть... И тут немножечко такой в мозгу происходит немножечко диссонанс, потому что ожидания, ну, не оправдываются. Это... То есть какой-то перекос в сюжете происходит, когда нам транслируют одно, там идет какое-то развитие сюжета, но вот эти детали, они просто искажают восприятие. Да, я поэтому и говорю, что я даже не пытаюсь местами найти какой-то там смысл. Ровно потому, что если бы они... пытались пропихнуть вот эту вот child-free фем-повестку. Я категорически не любитель этого. Но я бы просто понял, что они вот за это нам топят. Может быть, с какими-то изменениями косметическими внутри. Но у них была бы четко выстроена линия. Но вроде как нет. Вроде как они должны прийти к чему-то еще. И нам, опять же, на это жирно много раз намекают, включая концовку. Но при этом там такое количество деталей, которые нам сообщают, что нет, пацаны... Все будет как по-старому. Все вот как в изначальной парадигме, все вот так и останется. Поэтому у меня легкий диссонанс. Потому что мой мозговой аппарат, он привык думать, что они или в одну сторону двигаются, или в другую, они оказываются во все сразу. Или ни в какую, и блин. Да, получается такая, знаешь, драматургия со смещенным центром тяжести. Постоянно, то есть ты не ожидаешь... Эффект деривации. Да, ты вроде как только привык к новым обстоятельствам и, ну, какую-то мораль, амораль получил, ну, хоть что-то, какой-то посыл, да, в мозг. А тут хоп, и тебя немножечко, вот какой-то совершенно незначительной деталью, на доли секунды человек оказался в кадре, и тебя снова возвращает. Но... Это как-то иначе должно работать. Это не про умелые задумки режиссеров и сценаристов. И я не знаю, на что они рассчитывали. Я не поняла. Я тоже не понял. Может быть, вы поняли, напишите. Вдруг у вас более проницательный анализ выйдет. А у нас анализ вот расплескался в этом отношении. Так вот. Кен немедленно приходит плакать к Барби, отдает ей шубу, говорит, что я без тебя вообще просто никто. Если сократить все это отвратительное нытье, Барби говорит, ой, ты же просто Кен. Я Барби. Ты же просто Кен. Ну, Кен такой, да, я просто Кен. И он, значит, выкидывает свою фрезерскую шубу другому Кену. А потом выясняется, что хотя вроде как он ее любит, и вроде бы они как развивающиеся персонажи, вот от изначального полного
инфантилизма и непроявления пола доходит, наконец, до проявления пола и хоть какой-то сознательности. Вот смотри, аж ну целую революцию организовали. Сначала одни, потом другие. Потом они оказываются ровно там, с чего не начали. Ну, может быть, на несколько ином уровне. То есть, вот Кен, смотри-ка, ты бунтовщиком побыл. Да, его, опять же, избили. Единорогами. Потом он сам еще всех избил, да. Единорогами. Ну, короче говоря, у него какое-то перерождение должно было случиться. Ни хрена подобного. Он остался таким же простакеном. И так как его из домика, так как по факту выяснилось в кадре, выселили, он опять пошел на пляж в обнимку с серфингом? Да. Ходить на фоне пластмассовых волн и мужественно улыбаться? Кена Домиков снова опять не случилось. Опять не заявлено. То есть, все вернулось обратно. Окей, хорошо. Мы проделали, как зрители с вами вместе, такой продолжительный путь. У вас тут всякого напроисходило. Не, погоди. Чтобы вот к этому перейти, нужно еще вспомнить про корпоратов. Про корпоратов, да, обязательно. Но я сейчас конкретно про эту сцену. Не в целом. Угу. Что-то в мире-то должно измениться. Ну, вот они такой путь прошли. Революции, драки, там, войны, вот это вот все. Что-то в мире-то должно было? Ну, смотри, теперь кены могут не только ходить и улыбаться, а заниматься очисткой. Да. Где-то там еще кофе подносить. В Верховном суде, значит, заседать на побочных ролях в лимите там одного или трех среди всех. Ну, короче говоря, на каких-то очень сильно пониженных социальных ролях, и то, может быть, еще они исправятся, а может быть и нет, нам не намекнули, почему они могут исправиться. При этом их это вполне устраивает. А они прям радые все. Да, то есть они только что вкус славы, так сказать, попробовали, да, почувствовали полное всевластие в этом мире. Все у них было классно, им подносили пиво, потом у них это забрали, заставили драться. Потом снова отобрали, и они рады, все ок. Да, потому что, как выяснилось, нам это прямо Кен рассказал, что управлять ничем невозможно. Это так тяжело принимать ответственные решения, хоть какие, не будь. А еще бесят маленькие пляжные холодильники, там всего 6 пива помещается. Какой кошмар, трагедия. Это такой неудобный мир. И весь мир, вот, особенно когда нужно самому что-то решать, ну это вообще не для него. А Кен, заметьте, это олицетворение всех этих самых Кенов, которые там есть, кроме Алана, потому что он не Кен. Мы болеем за Алана. Да. Странно, он вроде как не такой, а он там наибольшее сочувствие из мужских персонажей вызывает вообще. Он там хоть какое-то решение, хоть сам принимает, хоть какое-то, вот этот Алан. И он больше мужской персонаж, чем все эти самые Кены. Согласна. Да, и там еще оказывается капрорация. Капрорация. Капрорация, оказывается, на роликах в черных пиджаках во главе с Джо Байденом, слегка загримированным под начальником отел. И они, я думал, они сейчас туда вторгнутся. Это же, во-первых, а, капрорация. Наведут порядок. Б, люди в черном. Совершенно явно там тоже были пасхал очка про то, что это люди в черном. Такие они все именно на субурбанах, на огромных ездят, как ФБРовцы, и всех чморят жестко совершенно. Их много, они организованы, и они сейчас там должны какое-то зло организовать. Ну, явно совершенно, потому что они в реальном мире выступали как какое-то корпоративное зло. 101-й фильм об этом. Да, они же это все придумали, и, конечно, и проституируют всем рулить. Да, если какой-то непорядок, это для них большие затраты. У них деньги там вообще-то. Вот. И они должны, видимо, оказавшись в этом самом Барби-мире, оказаться с настоящим злом. Это не Кен-зло, как я думал, блин, что вот Кен и Барби созданы друг для друга, чтобы, да, окей, в ненастоящем мире, но жить человеческой жизнью. А вот это вот, это то, что их эксплуатируют. Аллилуйя, Джафар, думаю, наконец-то я понял, зачем девочка-то упомянула про сексуализированный капиталофашизм. Вот же они! Да, пускай в совершенно гротесковом, бурлескном виде, но весь фильм такой. Это такая стилистика. Я думал, что да, хорошо, вот оно настоящее зло, и сейчас они поймут, что вот это вот зло, и с ним придется бороться по-настоящему. Ни хрена похожего, потому что капрорация, ворвавшись в Барби-мир, походила такая, господи, какой бардак. О, а теперь опять не бардак. Так, что имеете сказать? Давайте мы сейчас запишем. Да. И, собственно, что там происходит? Та
женщина, которая была с дочкой, которая оказалась... депрессивная мексиканка, которая была владелицей в реальном мире этой куклы Барби, Марго Робби. Она им предложила создать просто нормальную женщину. Это на фоне ее 5- или 10-минутного этого феминистического спича по поводу того, как женщине сложно жить в реальном мире, какие тяжбы у нее. Она предложила сделать просто нормальную бабу Барби. Просто нормальную, ничем не выделяющуюся, ни с какими-то неуспехами. Просто какую-то бабу. Что значит нормальную бабу, что значит нормальная Барби для меня, также осталось загадкой, потому что нормальная здесь употребляется в контексте невнятная. Она, видимо, имела в виду такая же, как она. Ну, то есть, с вот таким мозговым геморроем по жизни. Вот такой надо Барби депрессивный. Сделать. Там же показали несколько вариантов кукол. Лохматая какая-то неухоженная женщина в каких-то растянутых трениках, облепленная какими-то там детьми или кошками, и вот это вот все. Вот это, в общем, была идея запустить Барби. Ну, то есть максимально приближенная к образу реальной женщины. Получается так. И капронаты говорят во главе с Джо Байденом. В смысле, Джо Байден сам говорит, вот вы чего? А так, тихо-тихо, это не будет продаваться, не надо вообще так, не записываем. Тут же маркетолог сзади, будет? Он говорит, ну значит будет, имея в виду, что Джо Байден тупой. Запускаем. То есть он сначала так думал, потом этак он думал, вот он, пожалуйста, теперь запускаем. Причем, да, опять же, это мы так думаем, что тетя имела в виду, что Барби должна быть такая же, ну, примерно 7-8, как она. А на самом деле нам ничего про это не рассказали. То, что мы думаем, это вообще к делу не подошьешь. Потому что к делу можно подшить только то, что нам рассказали киносоздатели. А то, что мы придумали, ну извините, вы можете придумать что-нибудь еще. А на самом деле эти самые парни, которые снимали кино, думали что-то третье. Или вообще не думали. Так тоже может быть. Короче говоря, да, Кен остается просто Кеном. Вроде собираются запустить нормальную... Ой, у нас тут разъехалось все. Это я, потому что слишком сильно елозю. Да, нормальную Барби собираются запускать, а Барби сама-то видение имела. Потому что к ней пришла Рут Хендлер. Да, создательница. Барби, такая старушка. От кого вы думаете, что это Барби придумала? Да я вот это вот Барби придумала. Давайте поговорим. Она говорит, ой, раз ты меня придумала, так что делать-то скажи? Она говорит, а вот что хочешь, то и делай. А что хочу я делать? Ты опять, блин, почувствуешь. Это сейчас не цитата, но смысл точно такой. И вот Барби опять, у нее опять видение, она закрывает глаза. И как это модно в современном кино, да вот начиная ярко с Жанны Дюбари, она видит дерево. Она видит дерево, потом она катается, будучи мелкой, на какой-то карусели, потом она в школе. Потом у нее с этим самым с колпаком, она, видимо, из вуза выпускается или из школы выпускается. Бакалаврский колпак, я не помню, как его правильно звать. Такая шапочка такая квадратная. И на этом как бы практически все. То есть там у нее какой-то вот набор этих кадров получерно-белых. Ну, из настоящей живой жизни. Какие-то яркие жизни. Впечатления. Да, да, да. И она такая, о! Поняла. Она говорит, да, ты можешь быть Барби, значит, ты кто угодно. Она такая, все, есть контакт. И так как она с Кеном вместе рядом находиться не хочет, она садится, видимо, на эту самую машинку, и вместе с мексиканской усталой тетей, ейной дочкой и, видимо, мужиком этой самой мексиканской тети. Потому что у мексиканской тети, оказывается, есть мужик. Но он тоже в фильме никак не проявлен, потому что он какой-то он то ли есть, то ли его нет. Вообще он нужен, не нужен, черт его знает. А, слушай, на самом деле, нужен, не нужен, там есть небольшая сцена в тот момент, когда он остается дома. Он там яростно пытался выучить какой-то язык. Какой-то итальянский, испанский, честно, не помню. Ну, что-то такое. А, испанский. Она же по-испански да. говорит же. Естественно, она же мексиканка. И она залетает домой, собирает какие-то вещи, дочку там, когда вот они должны были в Барбиленд как раз-таки поехать. И весьма в такой агрессивной какой-то пренебрежительной форме она обращается к нему. Да сам разберешься. Ну, в общем, типа, отвали. Вот.
на вопрос, чтобы, дорогая, ты куда вообще, что делать-то? Вот. Ну, понятно, он же сам без нее ничего не может. Да. Ну и вот в тех двух крошечных моментах в реальной жизни, где женщина-то ущемлена во всех правах, мужик-то у нее тряпка оказался, бубнящая. Интересненько. Вот опять, да? Опять у нас центр тяжести смещается. Идет какой-то новый виток для рассуждения, но не имеет продолжения никакого абсолютно. Ну и вот они все вместе, кстати, на очень хорошей машине задорого. Это интересно, кто эту машину-то купил у них? А она за рулем. Если они такие задроченные, не, ну, то за рулем-то это не важно. У нас вот тоже вот у нас есть всеобщая знакомая с бородой, так его обычно его, так сказать, гражданская жена везде водит. Хотя он сам-то умеет рулить. Однако машину-то купил наш общий знакомый с бородой. Ну, так может ладно. Быть и тут тоже, я не знаю. Потому что машина прям пушка. Везут куда-то Марго Робби, которая уже оделась по-человечески. И в шлепках она не в, да. не в тухлях. Это вот у нее арка персонажа. Вот она вот не на таких каблуках, а просто в шлепанцах. И она сначала на каблуках, потом она просто босиком. Вот, а потом она уже вот в этих... в шлепках, в дедовых. А давай вспомним эту сцену, которая отсылка... Странная Барби ей выдавала. Да, отсылка к Матрице. Тухля, шлепка, что выберешь? Она, конечно, за тухлёй хочет обратно. То есть она, если мы говорим о Матрице, то тухля, она хочет остаться в ненастоящем мире. И она выбирает синюю таблетку, а не красную. Если мы Морфея вспомним, там-то выбрали, дедов шлепанец, чтобы оказаться в настоящем мире, избавиться от иллюзии. Она выбрала иллюзию. Для чего пошла вне иллюзию. Это тоже очень странно. Ну, короче говоря, все. Я вот замер. Не знаю, как ты. А я прям замер. Думаю, что неужели у этого фильма хоть какой-то смысл, есть. Потому что ее наставляют. Ее, так сказать, опытные в реальном мире коллеги. В чем-то она прям аж ее мандражирует, она прям что-то прям боится. То есть, ну не то чтобы она прям боится, как будто ее сейчас застрелит. Стрёмное что-то, ответственное очень. Ей говорит, там ничего, это нормально, иди, и ты всех там порвешь. Я подумал, что она на работу устраивается. Ну, если ей сказали, что ты можешь быть кем угодно, она. Черт ее знает, образование, может, какое-то за кадром получила. И вот она идет на собес! И она приходит в какое-то помещение, где много тетенек за компьютерами сидят. Какой-то приемный зал. И я реально думаю, что это же вот очередь в отделе кадров. Да, это кульминация в конце фильма, который нас вот так вот за ручку вели. И привели. И прямо сейчас что-то произойдет, что... Чего она боялась так сильно. И вроде а вышло хотел. Так, что боялись-то мы. Да, потому что, несмотря на то, что это максимально нейтральное помещение с какой-то регистрацией, я натурально никаких подумал, нет отсылок, ничего, то есть это специально сделано. Ни намеков, ничего, что это. Я подумал, что тут отдел кадров, ее скажут, сейчас нужно пойти в кабинет 87 к мистеру Смиту, который принимает на работу бухгалтеров, например. Я не знаю, или столиварок. Оказалось, она у гинеколога, потому что у нее это самое отросло. Все! The end. The end. И исходя из этого финала, нужно понимать, что быть кем угодно достаточно, если у тебя есть вот этот самый половой признак между ног. Вот он, наконец, у Барби отрос, и она пошла к гинекологу, потому что она просто стала бабой. Этого достаточно. Хотя нам, весь фильм говорили, что это омерзительно, когда мужики вокруг ходят и считают, что их всех должны уважать. Просто потому, что они уже родились с пенисом. И вот поэтому они уже мужики, и поэтому вот они уже миром правят. Хотя где это, в настоящем, в реальном настоящем мире, я не знаю. Но, тем не менее, вот так. Но если это для Кена плохо, то для Барби это абсолютно нормально. Я имею в виду не пенис, конечно, а другой первичный половой признак. Вот. Это нормально, и этого, достаточно, чтобы быть кем ты хочешь. Вот такой логический финал у фильма. Именно если взять логику рассуждений и проследить ее шаг за шагом. Я уверен, что мы какие-то сцены пропустили, просто потому что их там очень много.
и они, на мой взгляд, не очень-то нужны для того, чтобы понять саму суть. А вот так вот получается. И что мы... Таки что мы за гуся имеем? За гуся мы имеем очень странное высказывание о том, что, во-первых, дети не нужны, но это как будто высмеивается, потому что уж очень гротесково, то есть, видимо, нужны. Ну, не точно. Но при этом женщине в реальном мире жить, ну, несмотря на всю современную повестку, ну, как прям, блин, в аду. Что нам дает главное заклинание, при помощи которого вообще можно раззомбировать Барби? Каковое заклинание нам зачитывает мудрая, уставшая 40-летняя мексиканская тетя? То есть, на работу ходи, красивый будь, детей рожай, при этом мужику нравится все равно, будь успешной, но не слишком. Вот женщине очень тяжело жить. Вот почему вот там рядом, например, какой-нибудь Алан или какой-нибудь корпорат не сообщил, что вообще-то не женщиной тяжело быть, а человеком тяжело быть, из-за чего на нас коты смотрят как на говно, потому что он просто кот, а чего добился ты? Потому что вот кот-то он прекрасен именно фактом своего появления на свет. А человеку что-то потом еще из себя представлять бы неплохо начать. Вот человеку жить тяжело вообще в принципе. Да ровно потому, что у нас Адамова кара у всех. Мы должны добывать хлеб в поте лица своего, с кровью рожать детей и потом все умирать. Опа! Это человеку. Женщина же тоже у нас вроде как позиционируется этим фильмом как человек. Но почему-то женщине жить тяжело. Вот там какие-то ее вот эти вот американские трудности описаны. А мужчине в Америке жить, надо понимать, легко. То есть, все мужское население, какое вы там видите, оно ездит на маслкарах, а фотографии жеребцов кругом, шуба. Нет, блин, это не так. Вы там показали пролетариев, которые кушали гамбургер на стройке. Вот вы у них спросите, что такое быть мужиком в Америке, чтобы они встали вот точно вот так же, как эта баба, и рассказали. Ну, это же было бы тоже, наверное, занятно. А если посмотреть шире, потому что Барби – это же не американская кукла. Она прям позиционируется как интеркультурная кукла. Это везде так. И так и получилось из-за шикарного маркетинга, кстати. У нас вон в России, я помню, целые отделения в детских этих супермаркетах были завалены барби-товарами. Да, они чуть всякие... Не сказал барбитуратами. Всякие разные, это правда, огромный ассортимент кукол. Более того, там целые династии уже стали продаваться. То есть, мало того, что Барби с Кеном были, там у них были какие-то друзья, соседи по участку, теща Кена и так далее и тому подобное. То есть они там каких-то там детей рожали, у них были какие-то собаки. Вот была эта Барби беременная, я помню, даже у нее так живот крутился. Потом ее сняли. Да ладно. И, в общем, там уже целая такая диаспора Барби уже возникла. И, конечно же, они были все разных национальностей, в разных национальных нарядах, в том числе и всяких культур разных, и вероисповеданий в том числе, с гнущимися ногами. Ну, в общем, великое множество всяческих разных. А раз так, так вы, может быть, спросили бы, а вот женщине в Африке, скажем, в племени масаев, ей там нормально вообще? Ну, то есть, у нее все легко? Или, может быть, когда ей в 7 лет клитор ржавым ножом отрезают, а потом во время инициации в посвящении во взрослого выбивают передние зубы? Вот это я понимаю, это легко, это фигня, вот быть успешной, одновременно двух детей родить, и чтобы тебе еще мужику нравится, вот это очень тяжело. А ржавым ножом отрезать клитор, потом до поздней старости, то есть лет до 40, пасти коров, извините, ни в коем случае не пасти коров только мужик может, убирать говно за коровами, строить бомбы, строить дома, и вот это вот, конечно же, рожать детей непрерывно, это, видимо, легко. Но при этом, а у дяденьки Масаев спросить, это очень приятно, когда вас лев кушает на выпасе. Ну, то есть, это
Вот это надругательство над настоящим феминизмом. Потому что настоящий феминизм здорового человека, какой он был в эпоху Розы Люксембург, он был о том, что женщина – это тоже человек, как мужчина. Не лучше мужчины. Это и мужчина, и женщина – это, блин, просто люди, которые друг без друга не могут, потому что друг без друга не получится человечество. И у них вполне очевидно собственные ограничения. Ну, дяденька, он хоть ты тресни, детенка зачать внутри себя не сможет. А при этом, ну, уже женщина не сможет поднять там 100-500 миллионов килограмм на пятый этаж. Ну, просто потому, что у нее организм так устроен. Ну, короче говоря, у каждого есть свои плюсы, свои минусы, и мы друг с другом должны существовать вместе. И ровно по этому поводу у нас одинаковые права и возможности должны быть. Вот это вот феминизм здорового человека. А вот это вот, вроде бы, повторюсь, они собирались его высмеять, этот феминизм. Судя по совершенно криповым заявочным кадрам. Да, получился тоталитарный феминархат. Да. Потому что женщине жить тяжело, а мужику, видимо, легко. Мужик не может. Это просто отвратительно, кстати, в самом деле не очень. Не может вот выступать только потому, что у него пенис. Ну, а женщина может, потому что у нее вагина присутствует. Что там с детьми, вообще не очень ясно, потому что вот это вот тетенька мексиканская, которая, ну, прям аж вся пострадавшая от мужиков и их излишнего внимания. У нее один ребенок. Не 8, даже не 3. У нее один ребенок, причем которому уже 14 лет. То есть она делала это довольно давно. И уж про это вот конкретно могла бы не выступать. Она не то чтобы раз в полтора года рожает на протяжении 15 лет. И при этом ей нужно красиво еще оставаться. Это в самом деле задачка та еще, я подозреваю. Но она-то что? Однако нет, все равно. Женщине тяжело, мужику легко. Ну, блин, это настолько отвратительная херня, причем с конкретно разваливающимся сценарием. Почему, да, мы это уже правда. Это описали? Что я даже не понимаю, кто, блин, занес туда 1.5 ярда? Кто в своем уме может это хотеть смотреть? И это же, опять же, не только в Америке, это же по всему миру сборы. Да, этот фильм популярен, но, кстати, закрыт, точнее, его показы запрещены в некоторых странах мира. Ну, в ряде мусульманских. В Иране, кажется? Да. Ну, потому что я представляю, что иранские женщины, которые живут там бесконечно счастливо, или афганские, или пакистанские, увидят вот этот Барби-ленд, и они вообще, у них какие мысли в голове на этот счет? Ну, то есть, вот попробуй посмотреть на этот фильм глазами пакистанской женщины. Или масайской, я уж да. Об этом вспомнил. Вот-вот. То есть, или эскимосской. Фильм, конечно же, рассчитан на определенную аудиторию женщин, в основном американских, ну, там, с краешку европейских, которых вся эта Барби-культура успела в тот момент как бы зацепить, поглотить. Да, там же тиражи были бешеные, многомиллиардные какие-то там доходы со всей этой продукции, с продажи фильмов, каких-то картинок, лейблов, музыки там даже сочиняли. Ну, в общем, ажиотаж был бешеный, и он продолжался на протяжении, по-моему, так лет 30. О, больше, что-то. Это, считай, 3 поколения сменилось под сенью этой самой Барби, потому что она довольно быстро стала популярной, уж к началу 60-х точно. А потом, да вот, до 2000-х. Это сейчас у них вроде как какой-то там кризис или не кризис, и они пытались при помощи этого фильма Барби в депрессии, перезапуститься. В маркетинговом смысле. Да, чтобы снова новая волна покупателей хлынула, да, яростно покупать эти Барби. Ну, вот давай, например, предположим, если честно, я уже сейчас не помню, сколько стоила вот средняя true Барби, не китайская подделка. Но я так подозреваю, что достаточно дорого. Во-первых, это брендированный продукт. Во-вторых, ну, там, пластик тоже не все могли себе позволить. Ну, то есть, например, там, страны третьего мира, вряд ли у нас-то в России, там, в Советском Союзе, они, опять же, такие уже либо подделочные какие-то, наверное, были, либо я уже с рук не перепродавали. То есть какие-то там... Не, прямые поставки же были, видимо, из США долгое время. Ну, не все у нас могли далеко позволить себе такую куклу, мягко говоря. Вот мои родители не могли мне себе, вот, не могли мне позволить такую куклу, поэтому я в нее не играла. Может быть, и... Слава богу!
Не, ну, со всем аксессуарным рядом, который хочется, разумеется, это вообще все на круг выходит не вполне дешево. Потому что, может быть, одна кукла-то голая, это и ничего себе, а по деньгам. А вот попробуй-ка ты все это купишь, чтобы весь комнату потому у ребенка оно, заставить. Да, регулярно рекламируется, потому что новое появляется у соседки постоянно. С первого этажа уже есть, а у меня еще нет. То есть, ну, это реально была какая-то психологическая зависимость. Причем, что эта продукция транслировала, да, мы уже об этом немножечко поговорили, по поводу бесконечный шопинг. Математика это сложно, не нужно быть умной, надо быть красивой, и все у тебя будет. Вот просто будет с неба падать. Каким-то образом. А потом, когда какая-нибудь Мария Сергеевна выпускалась из ПТУ и шла на тракторный завод Томский, тут-то реальность ей вот так вот и вставала перед ее глазами. Не в то она играла в детстве. Да, 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 да. Ну, повторяюсь, это же... Эта кукла – это просто гениальный маркетинговый ход по выдаиванию денег. Потому что это хорошо продается, это позиционировали крайне удачно. И как бизнес-проект он был для своих хозяев просто прекрасен. Потому что да, так, вот так надо разворачивать маркетинг. iPhone также делается, пожалуйста. Да, вышел, та же самая история. Сразу нужно покупать. Пожалуйста, не знаю, все абсолютные игрушки, которые были после Барби... Начали делать так же, я вот очень хорошо знаю, на примере, например. Да вот я в страйкбол уже 20 лет с лишним играю, страйкбольных автоматиков. Потому что страйкбольный автоматик, он сам по себе прекрасен. То есть, ты его покупаешь, и ты можешь с него играть, как и в Барби. То есть, он плюет пластмассовые пульки в друзей, и это прекрасно. Но, если ты хочешь играть в него хорошо, купи новый стволик, купи новую пружину, купи новый гирбокс, купи новый мотор... Но если уж ты все это вместе купил, так, наверное, нужен тебе обвес на него, и вообще-то нужен бы Full Metal Body. И в итоге у тебя автоматик, который стоит чрезвычайно подъемных денег, чрезвычайно подъемных, то есть его реально может купить вообще каждый. Там студент первого курса за месяц накопит. Но чтобы быть как большой, там в автоматик можно $1,005 легко отложить, просто как нефиг, а потом выйдет новый. Естественно. И нужно будет покупать теперь уже его. Так работает, в принципе, со всем. Да. С любыми машинами, мотоциклами, домами, квартирами, какими-то новыми технологическими придумками, там, а-ля умный дом, всякие там колонки. В общем, для развития любой продукции есть огромное пространство и покупательское желание, оно бесконечно, безгранично. Придумайте что-нибудь новое, найдутся тысячи, миллионы людей, которые захотят купить даже это не только потому, что им это нужно, а потому что оно новое, а еще никого, ни у кого нет. Или наоборот, у кого-то есть. Да. Это я все к чему? Это я к тому, что эту самую Барби придумали не для того, чтобы транслировать что-то философское, не дай бог. И воспитывать неправильно, ну или наоборот, может быть, в чем-то мнении, правильно американскую и прочую молодежь. Это придумали просто, чтобы зарабатывать бабки и точка. Там никакой идеологии за ней не стоит. Да? Вообще идеологии сознательно выражены. А идеология вообще-то, конечно, стоит за всем и всегда. И поэтому и за Барбью, хотя в нее создатели никакой идеологии не вкладывали, тоже, конечно же, стоит идеология. И она популярна это стала ровно потому... что реальность потребовала вот в тех странах, где она выпускалась, эту самую Барби выпускать. Просто вот потребовалось и все. Потому что урбанизированное общество эпохи капитализма, где женщина вдруг оказалась, ну, примерно там же, где и мужчина, в городе, где не требуются какие-то особые физические качества для добычи еды и выживания, не нуждается в мужчине. Ну, вот просто нет у женщины кровной необходимости в мужчине, но вроде, кроме того, что детей в самом деле без мужчины невозможно родить. Они, может быть, и не нужны. Без самого мужчины уже родить прекрасным образом можно, потому нет, но что... без мужчины совсем? Без мужчины как источник... Да, продукта. Продукта. Но давай не будем забывать, что есть уже лаборатории, которые это все дело замораживают на 380 тысяч лет. Ну, это ладно. Все равно мужчина нам нужен. Я к тому, что... Конечно, он нужен. Я к тому, что, ну,
А может быть, и не нужен. У тебя вот такое мнение, что дети тебе не нужны. Все, и значит, можно и без мужика вполне обойтись вообще. И поэтому вот, пожалуйста, у нас есть Марго Робби в образе Барби. Про Марго Робби ничего плохого сказать не могу. Я про нее даже не слышал ничего. Я ее два раза видел в кино. Это второй. Первый – «Волки с Уолл-стрит», где там мне очень понравилось. С Ленчиком Ди Каприевым. И тут, где... Вавилон. А, точно. Вавилон. Шикарно в Вавилоне, да. Три фильма. Я что-то даже забыл, что Вавилон играл. Ну, неважно. Вот теперь тут. А фильм настолько же омерзительный, как и сама эта самая Барби-продукция. Вот ничего нового. И они, самое главное, не смогли выйти из ложной дихотомии. Кто хорошо, женщина или мужчина? Кого ты больше любишь, маму или шоколадку? Они больше запутали, на самом деле. Себя они запутали. Да, темы, которые там поднимались, они достаточно актуальны прямо сейчас. То есть, те же самые темы там феминизма, патриархат, матриархат, какие-то там разные гендеры, вот это вот все. То есть, ну, сказали темы-то бы они... неплохие, на самом деле, очень здорово. Сказали бы они прямо, что несмотря на всю фемповестку, это же примерно как БЛМ, вся эта фемповестка, она ровно про то, что у баб-то по-настоящему равных прав нет в этом капиталистическом мире. Они навязываются, выпячиваются и позиционируются ровно потому, что по-настоящему их, блин, нет. Вот об этом можно было бы сказать, но фиг. Я уж молчу о том, что у женщины права не потому, что она женщина есть, а потому, что она человек. Вот, собственно, и все, весь хрен на копеечки. Там даже разговаривать-то больше не о чем. Но, впрочем, если вы хотите, вы бы могли, но нет. Ну нет. Нам показывают воплощение женщины, человека, как какую-то снова какую-то примитивную историю, какую-то банальную. В общем, возвращает только он Барби к деторождению, назовем это так. И все. И больше, в принципе, и в жизни-то ничего и не нужно, чтобы состояться. Не к деторождению, а к потенциальному, потенциальному деторождению. Да. Потому что где-то сказано, что Барби вообще-то собирается там матерью становиться, да ничего подобного. Там даже не сказано, что она на работу собирается. Там вообще ничего не сказано. Но это я уже говорю, это проблема не идеологии, а проблемы очень-очень-очень слабо подготовленного сценария, где есть просто лишние персонажи. Это как и про рацию, она вообще там не нужна. То есть она не была бы, и вообще бы ничего не поменялось. Единственное, что они какой-то комический флёр туда вносят, ну и то довольно странно. Лишняя суета. Лишняя суета. Все не более. Они там какие-то вот эти вот монологи, идеологи толкают, отставив ножку. Нахрена вы там нужны? Вы там Господь-создатель? Хотя, казалось бы, да. Но нет, Господь-создатель там Рут Хендлер. А они какое-то говно. И вот они ненужные совершенно. Там много такого. Сценарий просто очень слабый. Исключительно слабый даже внутри вот этой вот помойной идеологии, которую они транслируют. Я знаю массу фильмов с, ну, прямо скажем, не близкой мне идеологией, но которые вот выполнены, знаете, вот блестяще просто. Вот блестяще дальше ехать некуда. Такие вот эти вот совершенные по форме яблоки греха. Вот они вот есть. Есть фильмы чудовищно тяжелые, там, типа «Сердце ангела», например. Они совершенно не глянцевые, но тоже с идеологией, которая мне, мягко говоря, не близка, но они прекрасны как произведение искусства при этом. А это... Короче говоря, охрененный оператор, охрененный светик, точнее, светики, охрененный художник по костюмам, охрененный художник-постановщик, вот охрененные профессионалы собрались все вместе и просто пёрнули в лужу. Если говорить по-простому. Дружно взявшись за руку. Дружно взявшись за руку, как кены на пляжу. Вот так. Такая вот у нас история про Барби. То, что мы в ней увидели, возможно, вы с нами согласитесь или не согласитесь. Ну и по скриптумам. Я прям слышал некоторых обзорщиков, которые прям занимаются обзорами кино. В том смысле, что это диверсионный фильм, который специально снят для того, чтобы зомбировать наших детей и нас заодно. И вот чтобы все, короче говоря, было в этой западной, без духовной повестки, его нужно запретить, потому что это прямо вот типа идеологической ядерной бомбы, которая прямо у нас в головах вот сейчас жвахнула. Нет. Будьте так любезны, господа зомбировщики, хотя бы на карте указывайте страну, которую вы планируете зомбировать, потому что, ну,
походу, у нас не попадание. Ну, это, я повторюсь, этого нет, они не планировали этого. Да, конечно, нет. Ну, у них план был один у этого фильма при помощи современной, как у Барби, у куклы, при помощи проституирования современной повестки, которая у всех на слуху, заработать бабок, что у них точно так же прекрасно и получилось, с чем мы их и поздравляем. Грету Гетберг. Сейчас мы посмотрим, как ее правильно. Грета Гервиг. Грета Гервиг и... И ее муж, по совместительству режиссер или продюсер, Ноа Баумбах. Ной Баумбах. Баум, дерево, бах, водопад. Деревянный водопад. Я считаю, идеальная фамилия. Поздравляю. Спасибо большое. Надеюсь, вам тоже было не безинтересно, как и мне. Я просто в восторге. Больше, пожалуйста, ну хотя бы год, не просите нас разбирать ничего подобного. Пожалуйста. С вами были киноведы в штатском.